Добрый день, дорогие друзья! С вами Виканна. Приветствую вас, приветствую гостей моего канала. Подписывайтесь на мой канал. Буду, конечно, признательна за, если поставите лайки, какую-то обратную связь. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте ничего интересного, никаких интересных раскладов. Возможно, эти расклады вам сейчас, может быть, не слишком актуальны могут быть, но какой-то определенный момент вашей жизни они вам могут пригодиться, вы можете легко вернуться. Либо заказать у меня такой расклад, посмотреть свою ситуацию. Сегодня хочу показать такой расклад для людей, которые в ссоре. Если правильно рассуждать, ссора и расставание – это разные совершенно вещи. Ссора – это когда подразумевается, что люди должны помириться. Но, кстати, бывает и такое, что ссору используют как мотив для расставания. И вот этим раскладом я могу показать, какие пункты в этом раскладе есть. Этот расклад вы можете мне заказать, если у вас данная ситуация, да, наступила. Либо посмотреть, как он выглядит, какие есть пункты, присмотреться к этому раскладу. Может быть, тоже когда-нибудь вам пригодится. Тьфу-тьфу, не дай бог, как говорится. Вот. Заказать его можно очень легко. У меня мои контакты под видео, вы видите. Напишите Viber, WhatsApp, и я всех вижу, всех слышу. Я, конечно же, отвечу, когда у меня будет время. Обязательно отвечу. И вот этот расклад, конечно, мы по этому раскладу можем посмотреть намерение этого партнера. Все-таки какое человек принял решение расстаться, либо все-таки помириться. Ну, как это решение все-таки зрелое у него такое, обдуманное, обоснованное. Либо все-таки... Вот что он об этом думает, да? Хочет ли он помириться? К чему он пришел в своих мыслях, да? Либо действительно хочет поставить точку. И отношения можно просто не восстановить. Вот такие тоже, кстати, ситуации бывают. Поэтому, если у кого есть такая ситуация, вы можете сейчас это принять как знак судьбы и посмотреть. Может быть, какая-то информация вам будет полезна, и что-то будет совпадать с вашей ситуацией, и вы можете... принять какое-то решение и что-то понять в поведении вашего партнера. Как правило, смотрят женщины на мужчин. Ну, могут присоединяться и мужчины. Не вопрос посмотреть своих женщин. Вот. Так что давайте посмотрим, какие у нас есть расклады. В смысле, какие у нас есть пункты в раскладе. И начнем этот расклад смотреть. Итак. Первая карта. Почему ваш партнер, либо партнерша... Ну, давайте лучше сейчас будем пока на мужчину смотреть, да? А мужчина может это перевести на женщину. Если у нас мужчин, как правило, очень мало, которые смотрят такие вещи. Но есть и такие мужчины. Вот как мужчина обосновывает для себя причину не общаться с вами именно сейчас? Может быть, что-то про ссору посмотрим, да? Что, в принципе, какие у него сейчас мысли, чувства его сейчас на момент разволки. Разволки, извините, ссоры, да. То, что вот обосновывает это основание, вот эту мы карту смотрим, да, а это его чувство. Потому что есть общий мотив, это как небо, да, а чувство это как сердце. Какое решение мужчина принял относительно дальнейших событий, дальнейших вот отношений с вами, да. Далее, четвертая карта. Если кто-то, либо что-то, вот который помимо вот этого конфликта, и что может мешать продолжать эти отношения. Так тоже бывает, это тоже может что-то выйти. Потому что бывает какая-то личная обида, да, личное какое-то недопонимание, да, а бывает и не пойми, что может скрываться за этой картой. Даже может какой-то живой человек скрываться, даже женщина, соперница, все что угодно. Вот именно поэтому так и бывает, что мужчина хочет поставить точку для того, чтобы начать роман с другой женщиной. Либо отношения с другой женщиной. Итак, как он обосновывает для себя эту причину? Что он думает сейчас во время размолвки? Какое решение для себя он принял относительно ваших отношений далее? Есть ли что-то? Вот я сейчас немножко, чтобы мне не сбиться, я иду по этим поп-картам покажу. Есть ли что-то, либо кто-то, кто может мешать, либо вмешиваться в ваши отношения? Далее вот еще одну карту ввожу. Каких действий он все-таки ожидает от вас? Если вообще, в принципе, ожидает, мы сейчас тоже это увидим. Далее. С
смогут ли вот эти действия, которых он от вас ожидает, изменить решение его на вас? Понимаете, да, про что я говорю? Ожидает-то он ожидает, но вы можете так поступить, как он хочет, да, либо бывает то, что разболка бывает на той точке, говорится, невозврата, что когда кто-то хочет одно, а кто-то хочет другое, и потом в итоге, когда происходит ссора, все-таки второй человек уступает. Вот женщина может уступить мужчине в его требованиях, так тоже бывает. Но если он все-таки уступит, поменяет ли это какое-то решение его? Потому что бывает, они говорят, ну уже поздно, уже бесполезно это делать. Вот. Давайте итог посмотрим все-таки этой ссоры. Возможно ли вообще примирение? Так, я открываю карты. Сейчас я быстренько их открою. Вот я открыла расклад. Вот он перед нами лежит. Сейчас немножко так подвину, чтобы было все карты хорошо видно. Вот перед нами очень красивый такой яркий расклад. А ну вижу и здесь преобладание такой мечевой масти. Сейчас мы посмотрим. Реально расклад у нас вышел на ссору. Ссора – это мечевая масть, как правило, разболки, ссоры, конфликтные ситуации. Мечи там всегда обязательно должны присутствовать, и они здесь очень закономерно вышли в этом раскладе. Итак, начинаем. Как обосновывает для себя причину мужчины сейчас не общаться? Стоит паж жезлов, он стоит спиной. Вообще спиной ко всему раскладу он стоит. И что же мы из этого можем сказать? Причина в том, что он откладывает эту встречу, да, откладывает это решение этой проблемы, да, для себя пока. Вот пока он не хочет общаться, потому что у него, во-первых, как он думает, есть сейчас дела поважнее, которые он должен решать. Либо он загружен делами на работе, как правило, тоже мужчины часто говорят, у меня столько дел на работе, я очень занят, мне сейчас не до этого. Поэтому жезловая масть, она, как правило, работа, карьера, горячая такая масть, это показывает, что человек просто сейчас обоснует тем, что он действительно занят. Откладывать может, да? Пока человек занят, он думает, но, конечно же, принимает какие-то решения. Не может быть, чтобы он отвернулся, занимается работой, ни о чем не думает. Такие мысли, они, знаете, как пчелки, они все равно у человека на подкорке все равно будут жужжать, да, вот надо что-то делать, надо что-то решать. Чувства на момент разболки, разговариваюсь много, потому что говорю сейчас. Человек в паузе, и чувства его тоже сейчас в паузе. Он обижен на самом деле. Он решает этот вопрос в своей голове, да. Он эту обиду сейчас как бы обдумывает. Чувство действительно обиды показывает тому, что человек негативно настроен сейчас на вас. Однозначно понятно. Он хочет взять паузу, он не хочет общаться. Это реально у нас видно по мечевой масти. Не очень чувство хорошее, честно говоря, практически вообще не хорошее. Он просто отдалился и вообще даже не хочет ни видеть вас, ни слышать. Далее. Это человек взял паузу даже в чувствах. Даже в чувствах, даже в душе он нажал на какую-то кнопочку, выключил выключатель, как говорится, и замер в этом состоянии. Какое решение все-таки он принял для относительно дальнейших отношений? Понимаете, вот это очень нехорошая карта в плане того, если она в отношениях может показывать на любовный треугольник. На любовный треугольник может показывать. Три меча в одном сердце. Это еще может говорить о том, что раз вот такая ситуация, что он откладывает, есть еще кто-то, кто может мешать в отношениях. Есть какой-то третий вид у него. Но не то, что третий вид, а взгляд еще на одного человека, на одну женщину. В принципе, всегда эта карта показана любовный треугольник, потому что сердце разбито тремя мечами, и нужно принять какое-то решение. Понимаете, в чем вопрос? И поэтому вот здесь сейчас посмотрим дальше, что показывает. Решение здесь я вижу такое, что человек хочет просто решить этот вопрос, но не с одной женщиной. Кто-то еще существует, либо что-то существует, сейчас мы дальше посмотрим. Мы еще вернемся к этой карте. Далее. Если кто-то либо что-то, кто существует,
Помимо вот этого конфликта сейчас произошла ссора, да, потому что ссора могла произойти на определенную одну тему, а здесь еще есть еще какие-то другие основания для этой ссоры. То, что мешает поддержать отношения. Я вижу аркан влюбленных. И здесь аркан влюбленных, а четко человек еще у кого-то, в общем, у человека кто-то еще есть в плане чего, потому что аркан влюбленных всегда показывает на пару. Но пару такую жертвенную, потому что человеку приходится выбирать между одним человеком и другим человеком. Это однозначно шестерка влюбленных, это выбор. И вот, пожалуйста, мы возвращаемся сюда. Это карта выбора. У него есть какая-то симпатия, либо какая-то тайная любовь. Почему это так все произошло на самом деле? Понимаете, да? Что на самом деле, помимо ссоры, все-таки есть еще один человек, между которым должен выбирать. И поэтому сердце разбито. Это решение как бы зациклилось на том, что нужно кого-то из вас выбрать. Далее. Каких действий ожидает от вас мужчина? Семерка Пентаклей. Женщина здесь посадила плоты и ожидает урожай. Вот будем так говорить, да? Но так оно и есть на самом деле. Эта карта, значение карты таким образом есть. На самом деле, когда женщина посадила этот урожай, и дерево созрело, это говорится о том, что мужчина думает, чтобы ваше терпение переполнилось наконец-то, и что отношения вы сами, может быть, как-то все-таки обиделись на него, да, и сказали: «Все, ты мне больше не нужен, я больше с тобой не могу». Сам по себе сбор урожая показывает закрытие какой-то ситуации, то, что ситуация уже созрела, и урожай пора собирать. И он ожидает как бы вот того, что, может быть, вы уже как бы будете пресыщены этой ссорой, можете отказаться от него, да? Вот. В принципе, эта карта очень такая, как вам сказать, многосмысловая. Здесь очень много-много смыслов. Но что бы ни значило сейчас эта карта, какое бы решение ни приняли, он все равно примет его в штыки, это решение. И, потому что вот по этим картам уже нет смысла, что вы здесь примете. Сама ли вы откажетесь, да? Будете ли вы преследовать? Это бесполезная история. Потому что мужчина уже принял решение. Он уже в штыки просто уперся. Видите, мечевая масть. Вот. Здесь она везде. Это бесполезная история, не принимать какие-либо решения. И я вижу итог этой карты. Итог этого расклада. Десятка пентаклей. Знакомы нам же картам, я выделил нескольких раскладов. Это сундук, который переполнился. Итог расклада. И, по всей видимости, так и получится. Женщина соберет урожай в своих мыслях, подумает, решит, что да, не нужен мне такой мужчина, да, раз так происходит. Но при том, конечно, раскладе, что если она об этом узнает. А женская интуиция, ее не обманешь, она все об этом узнает. Она об этом знает, пока мужчина будет находиться в таком состоянии. Это состояние паузы, он будет тянуть время. И я всегда говорю: как вы думаете, узнает ли кто-то о каких-то тайных отношениях? Обязательно узнает. Знаете, как Бог в шельму метит. И обязательно, особенно женщина, любыми доступными способами, либо недоступными способами, информация все равно до человека доходит. Вот как бы люди ни скрывали, шило в мешке не утаишь. И поэтому здесь я вижу, что эти отношения сохранить совершенно будет невозможно, и ссора перейдет уже в расставание. Сундук – это отношения, в котором храни... Сундук – это отношения, в нем хранились отношения в этом сундуке. Достаточно прошли уже все критерии, все сроки. Может быть, люди хотели пожениться, да, например, если они собирались жениться, но этого не произошло. Может быть, в семейной жизни, да, что-то происходило, если это в замужестве, как говорится, либо в браке происходит. И когда уже пентакли падают на землю, а земля, как, знаете, как говорят, сменить место жительства, это значит сменить судьбу. Пентакли меняют место жительства. Они падают уже на землю. Это называется переполненным терпением, так же, как и здесь. Урожай созрел, пора его уже, как говорится, собирать, что-то предпринимать. В этом раскладе я вижу, что мужчина не появится. Он так и будет отнекиваться, что у него там работа, дела. И он будет ждать, пока вы сама уже не разозлитесь просто, да,
и не пошлете его лесом, будем так говорить. Пускай жестко сказано, но я пыталась подобрать достаточно такие лояльные слова, чтобы это сказать. Вот это ваше решение. Но в любом случае, что бы вы там ни предприняли, он уже категорично настроен и будет уже ожидать вашего решения вот такой позе, как говорится, да? Что бы вы мне сказали, сказали, ну и ладно, ну и хорошо, но на свою территорию я тебя не пущу уже. Из всего этого расклада мы видим, что то, что была какая-то ссора, если вы даже не знали, что у вас есть соперница, а произошла ссора на какую-то другую тему, мы видим, почему на самом деле это просто шло к тому. И человек просто подводил эту ссору именно для того, чтобы ее иметь как мотив для расставания. Понимаете, да, в чем вопрос? Это если вы даже не знали об этом. И также ссора может произойти, потому что вы, возможно, увидели смс-ку какую-то, да, у него в телефоне. Либо он переписывался ВКонтакте, либо в каких-то других социальных сетях. То же самое. Интуиция женщины подводит, и когда она чувствует, она тоже видела, что есть соперница. Есть мужчины, мужчины там не как-то встречаются, да, с кем-то тайком, либо о ком-то думают тайком. Но им действительно нужен вот этот сбор урожая, когда он созреет. И он в таком времени будет такая вот как бы взрыв на пороховой бочке. Он происходит, и ему на руку все это дело, и происходит расставание. И вот именно в этом раскладе я вижу, что это мотив для расставания, и расставание будет. Кто смотрел эту ситуацию сейчас и примерял ее на себя, думайте, как хотите, вы можете, кажется, обижаться, не обижаться, да, либо не доверять мне, это дело ваше. Возможно, не совпадает с вашим сейчас, с вашей сейчас ситуацией. Я просто показала, как выглядит этот расклад и как его можно рассматривать. Здесь могут быть, если брать конкретных людей, конкретную пару, здесь могут лежать совершенно другие карты. Я обычно спрашиваю дату рождения обоих, да, спрашиваем, какая ситуация прошла, очень-очень так кратенько, да, чтобы не узнать, что мне говорят карты. И здесь будут лежать совершенно другие варианты. Если у кого эта ситуация совпадает, то, может быть, вы все-таки подумаете, да, стоит ли вот это терпеть. И стоит ли что-то ждать. А может быть, вы что-то какое-то здесь примете решение. Но вот только меня смущает вот эта карта. Так что вот, мои дорогие, показал вам такой расклад. Называется «Если люди в ссоре, либо точка, либо многоточие», будем так называть этот расклад. Если кому-то нужен такой расклад, вы можете мне его заказать. Либо какие-то другие расклады, которых у меня в великом множестве имеется. Я их буду показывать. Все контакты у меня под видео есть. Пишите в Viber, в WhatsApp. Проведу консультацию. У меня есть, вы знаете, условия, на каких условиях я провожу консультацию. Пожертвования у меня на Яндекс деньги, либо на карту Сбербанка я принимаю. Спасибо, всего доброго. С вами была Викана. До связи, мои дорогие.